Прием, прием. Здорово всем. С вами Силхиордс. Это, конечно, не Хогвартс Легаси, но тоже ничего. Я не знаю, можно ли это пропустить. Я попробую. Ну, давай попробуем. Гарри Поттер и принц полукровка. Игра 2009 года. Если получится, я все буду пропускать. Темный лорд знает, что я служу ему, Беллатриса. Тогда поклянись, дай непреложный обет. Северус Снег, обещаешь ли ты защищать Драко? Если Драко не сумеет, ты выполнишь за него приказ темного лорда. Клянусь. Блин, дамы и господа, настолько все реалистично, я боюсь, меня завтраские острова застрайкают. Потому что, блин, ну, один в один, как будто фильм посмотрел. О, черт! Это же голос Шегги. Гарри, привет! Привет, Джинни! Гарри, тебя выбрали! Теперь ты наш капитан по квиддичу. А кто, если не ты? Но ты не летал все лето, пора тренироваться. А это пойдем, сестра из Фейбла, по-моему. Голос. Возьми мое метло. Спасибо. А голос Гарри, по-моему, голос Гарри, охренеть. Господи, это тупо, тупо. Я в Гарри Поттере, вы только подумайте. А почему вы мне раньше не сказали, что это такая замечательная, великолепная игра? Звездочки, зарабатывайте дополнительное время, я попробую. Я тупо чемпион по квиддичу, ё-моё! А может ли кто-то лучше, дамы и господа? Знаете, вот без рофлов, без шуток, мне кажется, что управление метлой здесь сделано лучше, чем в Хогвартс Легаси. И это я, здорово. Избранный, избранный. Беда в том, что я не могу сворачивать игру, и я не могу менять громкость игры. Поэтому мне приходится сидеть в полуспущенных наушниках, иначе я глохну. И я, капитан Петухов, сюда, это я. Ну давайте сейчас быстренько туда-сюда слетаем. Ой-ой, осторожно. Это было не по плану. Ну, всего одну пропустили. Не думаю, что это прям какая-то большая беда. Слушайте, ну далеко летим. Какой-то невероятный забег. Это когда-нибудь кончится, мне просто интересно? Или мы будем бесконечно долго летать? Пока пролетали над фермой, кто-то сказал, что Dark Souls не очень, ну, петухи, что с ним взять? Осуждаю, если что, это чисто в рамках шутки, не подумайте ничего плохого. Это было отлично, Слизерин в пролете. Гермиона и Рон тебя ищут. Поговори с ними. Давай! Знаете, что подумал? Если у Джинни отобрать волосы, это будет очень страшный персонаж. Непонятно, девочка или мальчик. Рон и Гермиона где-то рядом. Увидимся! Увидимся? Окей. Ляну тупо за Гарри Поттера играть. Ё-мо, ты только подумай. Ты серьезно? Ой-ой-ой, просто как. Можно в поле пойти? Блин, нельзя, жаль. Чтобы сейчас сталкер у нас начался. Я умирал с голоду. Когда ты приехал? Полчаса назад. Рон тебе не сказал? Я хотел, но ты мне рот открыть не даешь. Если бы ты выполнил мамины поручения, я бы и слова не сказала.
Мама хочет, чтобы мы избавились от котлов Фреда и Джорджа. Они в гараже. Я помогу тебе. Этот пахнет намного хуже остальных. Так, Вингардиум Левиоса. Что, как? Как? Вот я не знаю, что я сделал. Ну ладно. Зелья от тряски взболтались. Быстрее! Бросай их в озеро! Ты что? Ни в коем случае! Это безопаснее, чем мыть их. Кто знает, что варили Фред и Джордж? Возможно. Но подумай о рыбе. Я не знаю, что будет, если рыба проглотит приворотное зелье. А ты? Может, они влюбятся в тебя? Гермиона, буль-буль! Я люблю тебя, буль-буль! О да, Рональд, как же ты повзрослел. Гарри, давай избавимся от этих котлов, пока мама не начала орать. Вингардиум Левиоса! Отлично. Первый пошел. О, стоп, Петрон, стоп. После каждого урока зельеварения. Неплохо? Очень неплохо. Отлично! Давайте избавимся от остальных. Подожди, куя. Зачем куя? О, ничего себе, я прям так могу осуществлять перемещение. Очень, да подожди, не могу контролировать его. Вот туда. Бросить объект. Бросай. Слушайте, а я не могу. А что нужно сделать? Получилось. Отлично. Я настоящий волшебник. Жму все кнопки и получается красиво. Отлично. 10 из 10, дамы и господа. Отлично. Теперь мама уже не заставит нас чистить их вручную. А то нас бы ждало веселенькое Рождество. Если бы ты уделил время на изучение чистящих заклинаний... Кому охота тратить время на уборку? Так же гораздо веселее. По всей видимости, происходит перемещение в Косолее. Драко Малфой пошел в розыске. И опять же, вроде бы не Снегг, а Снэп. Снэйп. Что это Малфой задумал? Не знаю, но там за углом Горбин и Бер. Драко, пожиратель смерти. Это обряд посвящения. Зачем, сам знаешь, кому, идиот-пожиратель? Интересно, а что понадобилось Малфою у Горбина и Берка? Ладно, попробую выяснить. Под мантией невидимка, и он меня не увидит, так? Ты иди, мне нужно кое-что проверить. Петрификус Таталус! Вынюхиваешь и подслушиваешь, Поттер? Я видел, как кто-то забрался наверх. Ну, счастливого пути в Лондон, Поттер! А, привет, Гарри. Что ты тут делаешь? Что же ты делал на полу? Я пытался узнать, что задумал Малфой. Я уверен, что он пожиратель смерти. Я был в мантии невидимки, но он, должно быть, заметил, как я залезал на багажную полку. Возможно, он заметил твоих мозгошмыгов. Моих кого? Мозгошмыгов. Он был в спектрально-астральных очках? Через них можно увидеть мозгошмыгов. Я так тебя и нашла. У тебя мозги ими кишат. А, ну да. Пойдем в замок. Мы опаздываем. Могут быть неприятности. Ладно. Хотя мне страшновато бродить в темноте. Давай-ка зажжем палочки. Хотелось бы отметить то, что звук в игре сведен максимально похабным образом. То есть я играю в кучу демо-игр, и там тоже часто эта проблема. Но вот здесь это просто безумие. Так, пойдемте с полоумной в замок. Ну, побежали, родная. Что это? Как интересно. Не успели вернуться, и уже какая-то тайна. Подними его. Это значок. Здорово. Интересно, где найти еще такие же? Да вот, Джон. Пойдем узнаем. Пойдем узнаем, господи.
Вот раньше игры были. Сидишь, балдеешь, значки собираешь. Можешь начать собирать коллекцию. Ой-ой-ой. Слушайте, ну просто атмосфера пропитана волшебством, не иначе. Теперь ясна задача. Какой-то, видимо, энкаунтер. Как достать мини-значки? Я не знаю, если бы я знал. Чё? Оп-оп-оп. Ага, вот так. Чё сделал? Пробегаю возле них. Чтобы значок Хогвартса. Слишком сложная механика игры, я, наверное, не буду в этом разбираться, скорее всего. А, я вот так могу их выбивать. Слушай, прикольно. Мистер этот. Мистер Хагрид, где ты? Выходи. Да тут так клево, никогда не разрешали вокруг замка гулять. А тут вообще по фильму они на этих летательных аппаратах ездили. На каретах передвигались. А тут возня какая-то начинается. Очень, вы думаете, я просто как дурачок камеры верчу? Нет, здесь просто очень странное управление ею реализовано. Знаменитый камень. Это приближение камеры, когда ты бежишь. Это 15 из 10. Чтобы человек, который играет, вообще ничего не мог видеть. А отсюда тоже можно значки получать. Кто же знал-то? Интересно, что скажет в этом году Дамблдор в своей речи? Как вы все знаете, темные силы стремятся проникнуть в замок. Поэтому я согласился с тем, что у нас снова будет работать дуэльный клуб. А теперь поприветствуем... Что у Дамблдора с рукой? ...Слизнарта, вернувшегося на пост преподавателя зельеварения. Должность преподавателя по защите от темных искусств займет профессор Снэп. Почему Дамблдор доверяет этому гаду? Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Шалость удалась. Одно хорошо. К концу года мы избавимся от Снега. Никто не продержался на этой должности больше года. Я лично буду держать скрещенные пальцы. Может, еще кто помрет. Почему вы не записались на зельеварение, мистер Поттер? Вы уже не мечтаете стать мракоборцем? Мне сказали, что я должен получить в СОВ оценку «превосходно». Так оно и было, когда зельеварение преподавал профессор Снег, а профессор Слизнорт с удовольствием принимает учеников с оценкой выше ожидаемого. Великолепно! Я направлюсь прямо туда. Не хочу учить зельеварение. Я в нем не шарю. Я не знаю, как туда попасть. Половина замка перекрыта мракоборцами. Спросим почти безголового Ника. Он бродит по всему замку и знает все тайные пути. Слушайте, ну... Позвать Ника, ты где? Гарри? Черт возьми! Как настрой? Боевой, я надеюсь? Возьмем кубок по квиддичу в этом году. Да, но сейчас мне нужно в класс зельеварения. Вы не знаете обходной путь? Разумеется, знаю. Идите за мной. С удовольствием вам помогу. Хорошо, хоть в этом году зельеварение ведет не Снег. Интересно, как будет и Слизерин? Блин, на самом деле, для 9-го года это ж просто экстренивер... Слушайте, без шуток, без рофлов, это круто. Это очень недурно. Я сейчас в 23-м играю в демоверсии, некоторые выглядят гораздо хуже, чем то, что мы сейчас с вами на экране видим. Я без шуток подумаю это пройти. Да что очень интересно, еще озвучка русская подкупает. Какой-то невероятно затяжной спуск, по-моему, во фильме такого не было. Либо у всех учеников Хогвартса очень сильные накачанные ноги, потому что им приходится очень много ходить. Ну, тупо восхищение происходит. Не, быстро бегать не стоит.
Эх, эта дальность прорисовки радует глаз. Дорога красивая. Они его обязательно найдут. Конечно, конечно. Что-что? Вот. Пожиратели смерти. Все знают, что он помогал мракоборцам. Может, задержишься здесь и поищешь значок? Блин, братан, а как бросать-то? Вингордиум Левиосау. Что такое? Сейчас. Так. Оп, Вингордиум Левиосау. Не получилось. Вингордиум Сасасау. Ууу, какие заклинания страшные. Господи, как же сложно. Мышка просто выходит из чата. Ладно, без значка обойдемся. Братан, пойдем дальше. Не могу прыгать? Не могу прыгать. Я не могу осуществить прыжок. По-моему, я только что столкнул ученика. Да господи, как камера сатанеет-то здесь. В этой цикличнообразной, стратегически важной штуке. Вот мы и пришли, Гарри. Спасибо, Ник. Мы, гриффиндорцы, должны помогать друг другу. Если что, зовите меня. Чем смогу, помогу. Хотя бы мудрым советом. Я ваш человек, то есть призрак. Иногда я сам от себя умираю. Умираю. Из всех привидений Гриффиндора досталось единственное, почти безголовое. Он нам помог или нет? Вроде выглядишь сюда зелье варенья. Не думаю, что у меня много вариантов, куда альтернативно пойти. Погнали, зелье варенье, так зелье варенье. Гарри, мальчик мой, я уже начал беспокоиться. Извините, сэр, мы опоздали, и, боюсь, Рон и я не захватили нужные книги. Ерунда, возьмите все необходимое из моих запасов. Простое зелье, которое, думаю, вам пригодится в учебном году. Открываем учебники и варим умастрильное зелье. Гермиона, умастрильное зелье? Мы делали его на четвертом курсе. Делай то же, что и я. На один из пузырьков нарвите, давай. Желчь броненосца. Я не хочу, даже зачем мне его отпускать? Надо попробовать еще что-нибудь. Это не то, что я ожидал. Ну да. Великолепно. Че, все получилось, что ли? Ну, выливайте зелень, не станет вот такой цвет. Ну, давай пробуем. Теперь добавим часть этого. А, ни хрена себе. Вроде получилось. Все? Еще надо налить? Отлично. Ты волшебник, Гарри. Фиолетовая. Добавим часть этого. Давай сюда, не получается попадать. Давай. Ик-ик, зеленый, фиолетовый. Тут невозможно пересыпать. Хорошая игра, мне нравится. Я не ошибался, все нормально. Или я должен ошибиться? Нормально. Жмите, чтобы продолжить. Enter, я готов. Повторить попытку, нажмите на книгу, нажмите продолжить. Котел. Укажите на один. Не, я не хочу! Это в жопу эту загадку. Где я? Заклинание. Давай поглядим, что у нас есть. Чары. Вингардиум Левиоса. Репаро. Инсендио. Так, интересно, жетоны. Дуэль, золотые жетоны. Ой-ой-ой, сколько всего. Да, у меня мышка работает на втором экране, здорово. Так, давайте пробуем сохранить и выйти. Короче, дамы и господа, премного благодарю за просмотр. Надеюсь, вам было так же интересно. Без шуток, я бы еще поиграл, великолепно. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. Если что, можете подписаться на телеграм-канал, ВКонтакте, есть Бусти. Много всего там интересного, подкастики, лайв-формат. Всем добра, удачи, играйте в хорошие игры. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем Бусти. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на Ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно. Так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам.
У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.